Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sacred 3, продолжаем проходить эту игру и убивать всяких мастряков. Говорите, что всегда перебиваешь меня, зараза. Только начинает что-то говорить, она меня перебивает, зараза. Так, ну чё, вот какие-то зомби сейчас. А сейчас нам куда? Да, вот туда. Who would? О, why? О, дайте. All these people. This can't go on. You have to go into the city and lay everyone to rest. Так, давайте побыстрее. 50 нежити осталось. А, oh, they're coming from everywhere. Don't let them get you. Нужно расчистить это все, да? Как мы быстренько все это. О, толпа. Тут толпы всякой нежити. Да вот такое количество тебя идет, это вообще. Давай, еще вот этот и еще вот этот. Паразит. I don't care which flesh I have to cut into pieces. Just bring me some action! Да, я правильно иду. Ух ты, опять. Кучи их. Иди ко мне сюда, зараза. О, кто-то маленький. Летающая какая-то зараза. Да хрен у меня целится, ты чё? Даже целится. И тебе. Thanks to you. Now, to find the cause of all the zombies. Пусть вот капут зомбари. Хотя, в принципе, да, зомбари это даже в таких играх зомбари. Diablo 3 тоже зомбари на самом начале. А, мы их и так можем уничтоживать. Охренеть, я даже не знал. Ну, как бы так немного длиннее, чем обычно, поэтому... Так... Destroy them! Чё за заразы всякие? В земле. О, это чё там жарится? Ням-ням-ням. Так, о, а эти чё не нападают? Похоже... Вы оттуда выйдите, ребята. Вампир! О, это что-то новенькое. Ну, эта способность будет 100% какая-то. Типа ты со своей жизни с этого и себе добавляешь. Что-то такое. Так. Опять этот вернулся. Men, carve them up. Zeptic? How do you like my little slice of piss? Опять вернулся. Bliss. I meant bliss. Although, piss works too. Oh, come on. Ох, this idiot. Behold. Ни хрена себе, сколько вас тут. Чё, давайте. Казнить? Да хрен вот они вот эти. Да. Ещё чуть-чуть. А, в принципе, уже убили такие чуть-чуть. Все, всех убиваем. Куча там бабла, по идее, да? Собрали. Да хрен уже дрингеть. О, опять сферы уничтожить. Так, ладно, это нет смысла тогда вот это все разрушать. Убивать их, точнее, потому что, как я понял... Ух ты, сколько вас там. Как я понял, нету просто смысла их убивать, пока сферы вот эти, ну, как бы, работают, потому что они все спавнятся. Так, одну разрушили. Давайте найдем другие. Если найдем. Ни хрена я не вижу. Никакие вот эти сферы. Вот, ну, был же проход налево, значит, направо тоже там кто-то есть. О, вот, отлично. Она вообще сзади где-то была. Сейчас мы ее вообще нашли. Охренеть, сколько таких, ребят.
какие бомбы или что это. Что, всех? Нет, бегут там, еще бегут. Все, сейчас уже всех. Ну, таких. Сейчас еще вот этих осталось, зомбарей. Они все вылазят, да вылазят. Но я говорю, что пока все светы не разрушишь, они не будут вылазить. По идее. Да, они все вылазят, да вылазят. Да ну вас нафиг. О, это что такое? А, значит, нужно разрушить три сферы, а потом там проход, да, откроется. Ну чё, где еще? Я вообще никак не могу найти. Где еще одна сфера? Вот вы ее спрятали, капут. Нет. Ни хрена себе. Я чуть-чуть не могу я никак вот эту сферу найти. Да хоро уже выпрыгивать оттуда. Да где еще одна сфера-то? Ее как бы сразу видно, да, она вот тем лазерем своим. Во, походу, вот тут. Если нет, то это капут. Нужно опять назад будет. Во, отлично. Так, казит, бам, казит, бам. Давай, давай, давай. Все. Казит. Всех побывает. Сейчас все. Сейчас нам, походу, нужно назад возвращаться. Так, так, так. Все, всех. Всех. Wants to hunt him. I'm raising my hand. That church to the east should lead you to the city. Ну я там видел, была какая была какая-то дверь, походу, вот тут. Если нет, то значит капут. Тут есть проход. Ну, как бы есть, но ладно. Ну, я видел, там была же какая-то дверь заперта, что не могли мы никак пройти, пока не разрушили все сферы. А вот сейчас где она хрен его знает? Во, вот. Нет. Да, вот тут. Чекпоинт. We are done here. Time to move on and stop septing. Да хоро уже... Вот это. Чё это там пуляет столько? Куда нам нужно? Ладно, туда уже никак не попасть. Чё-то я тогда... А, во. Так. Вот это... Да, твою ж... Харе уже хреначит всякой... На тебе. Да ты... иди сюда. Сейчас... Где ты вот это... Плюешься вот этой хренью, ничего это. Ай! Да. Так, сюда. Фу, о, много места, значит сейчас босс будет, да? Ну, если не босс, то вот эти. Так, иди сюда. Иди сюда. На, убили, все убили, чё вот это осталось. И... Все. Да капут вас там прёт. Ребята, может уже, я понимаю, что вы зомби, вы умираете и восстаете, но уже может харе? Я не так и буду. А мы за них вообще опыт получаем?
Ну, как бы получаем, но немного. Да если они так будут спаниться, там и хрен всех поубиваем. А, все уже. Бомба. How about everyone shuts up and we get on with it? Где там бомба? Ну, что-то она куда-то. Ладно. Ай. Ага. Попал, не попал, не знаю. Вроде нет. Заколебал стрелять. Grimax. Never thought I'd be excited to see them, but that means Zeptic is close. He's in the old throne room. That is pretentious. Ничего, идет кто-то, нет? Вот сам кто-то был. Ну, ай! Ну, почти ты попал. Давай еще один раз. Давай, давай, давай. Давай еще, еще сколько там. Когда уже вот это... Так, так. Давайте еще раз, еще раз. И вот так, отлично. А, можно было снизить, ну ладно. И на тебя. Еще один раз. Давай еще вот это убиваем. Отлично, этого убили. Этого тоже. И вот этого. Этого все. Так, можно, можно проходить дальше. Почти 17 уровень. Почти. Я так думаю, уже сейчас сражение с боссом будет. Фиг его знает. Нет, еще нет. Ну ладно. И еще нет. Remember Hector? Then fear Hector 2.0. And when he succeeds, you will be part of Hector 3.0. На тебе. И давай еще чуть-чуть. Now where is this bro 3.0? Oh no! My beloved Hector! Stay away! 17, почти 17. О, вот сейчас сражение с боссом. Посмотрим, посмотрим, что это за босс будет. Какой-то мертвяк здоровенный. Ну, как бы, зомби. Ну, ну да, что-то такое. Нежить громила, мозгов как у живого. Я понимаю, что это жизнь сносит, но ну, не так. Ай, да, плюешься ты всякой херней. Ты ж зараза. Офигеть, мне же громил. Ну, сейчас мы тебя победим. Ай, свалим отсюда, этот до хрена жизни снесет. На тебе вот так, мы тебя будем убивать. А, во. Давай. Ну, еще чуть-чуть осталось. О. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть осталось. Да? Вообще чуть-чуть. Давай. Все, всех убили. Новый уровень. Третий уровень нашей пушки. Охренеть, сколько бабла тут.
So, let's bring it on. Собираем, собираем, пока это не пропало. Ну чё, всё, давайте идём домой. Ну куда домой? Как и нафиг домой? Завершай миссию. Завершена миссия. Ну чё, давай, 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 давай. Так, отсюда. Фу, ну чё, давайте посмотрим, что у нас тут за улучшение есть. Так, духи огня, вот демонесса, вот. Давайте нет, это не та. Там же был вроде... Как она там называется? Вампир, да? Я помню, был же вампир. Вот. Давайте посмотрим. Удары по врагам с тяжелым вооружением или по крупным врагам восстанавливают герои 0,5% его максимального здоровья. Ну, в принципе, это понятно, это же вампир, да? Целебные сферы восстанавливают вам на 50% меньше здоровья. Не знаю. Не. Так, навыки. Что мы можем? Казнь мы можем немного улучшить. Требуется 18 уровень, ну еще один уровень уклонения. Требуется 19 уровень, ладно. Оживление, это как бы нам оживление не нужно. Боевые умения и ядовитый удар. Так, ладно, это тоже не нужно. Это у нас 21 уровень, ни хрена себе, это 20. Ну, короче, еще нормально, так уровней. Давайте посмотрим, ребята, сколько у нас там осталось миссий. Вот это, как я смотрел, это у нас вроде финальная миссия. То есть нам нужно еще пройти 1, 2, 3, 4. Ну, по идее, нам нужно еще пройти 4. Вот эти, не смотрите, это дополнительные миссии, как бы вот эти арены и вот это все. В принципе, ребята, я так думаю, давайте на это закончим эту серию. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.